Owen. Owen. Привет. О, все в порядке? Да. Я не вовремя? Нет, нет. Ну, так что? Пришел приказ? Типа того. Типа того? Знаешь что, может, давай мы хоть на минуту отвлечемся от Айзека? Оуэн... Когда ты последний раз здесь была? Посмотри, какая красота! Элис здесь? Мэл ее выгуливает. Давайте потрясем. Ну так себе получилось. Как у вас дела-то? Семейная жизнь в норме? В целом, да, она, знаешь, бывает очень нежной. Не то, что я, правда? Ну, под твоей напускной крутизной тоже нежная натура. У тебя дырявая память. Избирательная память. Как-то все очень сложно. Не трогай. Эбигейл. У тебя тут научный эксперимент? Типа того. Готовлю первосортный самогон. Будешь паинькой, угощу. Везет мне. Пойдем поглядим, что еще есть. Ты что, на курсы лучников ходил? Типа того. А, так вот для чего мишень. Да, мы с Мэл устроили соревнования. Тебе это вряд ли будет интересно. Долго вникать. Я поняла, что ты делаешь. И это работает. Излагай. Ладно. Видишь мишени? Ага. Порази, сколько сможешь за отведенное время. Тогда впишешь меня, если наберу больше. Хорошо. Ну, типа поехали, да? Одна есть? Я тобой горжусь. О, молодец. А то. Ни хрена себе. Пять. Еще столько же. До рекорда осталось еще две. Так, две. А вон там. Совсем далеко? Нет? Прихнись. Выше? Вот так. Я тобой почти горжусь. Ну охренеть. Ты побила мой рекорд. Да. Еще ведь осталось время? Да, но... Тогда это не все. Осталось 10 секунд. Получилось. Ха, с первого раза. Ты впечатлился? Да, супер. Все-то ты умеешь. Напиши мой результат на доске. Напишу. Потом. Ты боишься, Мэл узнает, что я заходила? Нет, ей все равно. Ну, тогда напиши, Оуэн. Ладно, успокойся. Ладно, я хочу еще кое-что тебе показать. Поднимайся. Что именно, труп капитана? Я его уже видела. Ты же не напялил на него шапку Санты? Что? Нет. Хотя смотрелось бы круто.
после вас. Что это здесь? Нарядно. Сейчас будет еще лучше. Ну, садись. Взгляни в окно. На, держи. Ну? Хороший вид. Ой, иди ты. Мещанка. А надо врать? Да, само собой. А, ей очень нравится Рождество и... У нас годовщина, ну и... По-моему, очень мило. По-моему, иди ты к черту. Нет, правда, меня вот не любят и не дарят такое. Не заслужила? Что, подарков? Или чтобы любили? А что ты такая веселая? Разве? Не ходи на тренировку. Эбби, вот выйдет Луна. Я нашла брата Джоэла. Он в поселении в Вайоминге. Кто тебе сказал? К стене пришли цикады, они с ним служили. Он же давно ушел от них. Да. Ну, они с тех пор его встречали? Это след. Я должна рискнуть. Да, но даже если ты его найдешь, если он вообще жив, он может ничего не знать о Джоэле, так? Другие знают? Все согласны. И Мел тоже. Пойдем на той неделе. Айзек не согласится отпустить разом столько людей. Айзек согласен. Да брось. Он двумя руками за справедливость. И он знает про Джоэла. Эй. Ты же меня поддержишь, да? Конечно. Thank you.
Они полны греха. Пускай познают свободу. Яра! Где же второй апостат? Подрежьте ей крылышки. Демоны близко. Срежь ее. Она же из них. Лев! Так, бежит. Получай. Так, подожди, давай не будем от света отходить. Опа. Получай. Ну, еще один. Опа! Псина! Давай, надо уходить! Куда вы идете? А дальше отсюда! Надо бежать! Скорее! Берег там! Ой! Они бегут за нами! Ну что, давайте, вставайте, блин. Сейчас, момент. Кирпич. Отлично. Да пофиг. Уф. Давай, лупи его. Фига. Ну и слава богу. Вы как целы? Ага. Надо уходить, пока не прибежали другие.
Как тут сориентируешься? Ты точно знаешь, куда идешь? Нам нужно сюда. Какого черта? Да ё-моё, опять они. Давай, прыжок. Вот так. Опа. Это здесь! Трупы свежие. Есть обходной путь. Если бы мы бы сюда не пошли. Стой. Давай, Лев. Отлично. Открывай. Пошли. Давайте. Я помогу. Так, ну чё, это будет чёртов бой, да? Очень сложный и потный бой. Это тебе мой рюкзак? Лупи, вот так её. Сюда иди. Вы в порядке? Да. Ты глянь, ничего не стырили? Это классно. Все. Так, вот эту штуку я, пожалуй, возьму, потому что она уж больно убийственная. Иди. Как рука? Все под контролем. Ну-ну. Увидите припасы, берите. Нам нельзя трогать вещи из старого мира. Сдурел? Так, плюнь на запрет. За деревьями леса не видишь. Да, это был каламбур. Каламбур? Первый раз вижу, чтобы шрамы били шрамы. Серафитов. Что ты натворил? Постригся на лысо. Можешь не говорить. Мне все равно. Блин, да нечего качать. Поэтому пойдем. Ну, в смысле, я хочу накопить. Может быть, там чего-нибудь поинтереснее с вами сможем качнуть. Так, вот это, кстати, неплохо. Но там у нас почти оно... Вот это холодное оружие почти... Ну, считайте, испорчено. Поэтому, наверное, нет смысла. Ну, как-то его улучшать сейчас. Так. Стой, записка. Ну-ка, это интересно. Так, новая ветка модификации. Стрелковое оружие. Зажигательные патроны. Давайте. О, нифига, можно будет крафтить. Это неинтересно. Здесь у нас четкость слуха, нафиг. Так-с.
Ну чё, идем. Ну давай вот так. Стоп, может быть. Ну, давайте еще парочку здесь. Так, оставим с вами на улучшение оружия. Хватай. Опять? Классно. Блин, а на улучшение, походу, ничего не осталось. Я имею в виду холодное оружие, да. Ну ладно, нам всего лишь нужно отыскать лезвие. Опять детали. Нет места. Ну, на самом деле мы с вами, получается, очень даже неплохо подготовились. Потому что, считайте, уже ничего не вмещается. Так, секунду, куда они пошли? Вот сюда идем. Так, наверное, ребятки, кроме деталей, нам уже не так-то много что и будет лизать. О! О, прикольно. Так, скрафтим. А как это нужно сделать? Секунду. Меняем оружие. А, вот это у нас получается зажигательное. Ну, класс. Берег совсем рядом. Осталось чуть-чуть. Бежит тварь. Держитесь рядом. Ну все, использовали. Надо будет искать новое холодное оружие. Да задолбали. Так, справились. Секунду, сюда бежим. Вроде бы. Заброшенный какой-то дом. Ну чё, прыгаем. О! На самом деле можно будет, я думаю, что скрафтить, да? Блин, чё их там так много? Чё их так много? Ну, давайте как вариант, на самом деле, сделаем вот так. И... Чё за фигня, блин? Так, как мне подойти к нему, ребят? Чё-то не понимаю. Ну ладно, хватаем кирпичик. Это вроде бы обычный. Давайте я к нему подойду. Надеюсь, там не щелкун. Очень сильно на это надеюсь. Ха-ха-ха!
Так, короче, дайте лезвие. Не даю. Ну, там еще один есть. Ну, там, слева от нас. Смотрим. Ну, такие штуки сделаем, я думаю. А, глушак. Ну, возможно, не требуется. А здесь что понадобится? Так, давайте мутим. Так, как бы к тому пройти? И я думаю, что вот сюда. И что теперь? Скорее всего, нам туда. Скорее всего. Туда это куда? Тебя никто с толком не тянет. Хочешь, чтобы я вас тут бросила? Отлично. Вот этого момента я как раз, ребятки, и ждал. И он наступил. Где-то здесь я видел выход, а вот и выход. Я вам помогу, а вы откроете ворота, ладно? Откроем. Давай. Теперь ты аккуратно. Ну а мы что делать-то будем? Ёлы-палы. Давайте, бегите сюда. Смотри, лезет. Ну что, следующее? Ой, 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 ой. Подожди, кто это? Так, время, я так понимаю, дробаша. Давай сюда. Куда? Куда? Эй, куда вы делись? Чуваки, где вы? Надо ж было довериться шрамам. Ну и? Чё-то не понял, подожди. Блин, я слышу щелкуна, блин, грёбаного. Да где он? Это чё, вторая волна, что ли? Вау-вау-вау-вау-вау. Получай. О май гад. Ну и? Нифига! Так, куда, куда, куда? Бегу! Дайте отдышаться. Держись крепче, поняла? Ага.
Понимаю. Сосредоточься на дыхании. Вдох, выдох. Дыши ритмично. Вдох. И выдох. Попробуй открыть. Убедись, что там нет зараженных. Не открывается. Попробуй другие. Ну что? Нет! Да. Заходим, пока нас никто не видел. Запри. Давай, помоги мне. Эй, нужно кость справить. Ясно? Ты сможешь это сделать? Порежь на ленты. Ложись. Сейчас начну, хорошо? Так. Готова? Тебя зовут? Эбби. Спасибо за помощь. Здесь очень много народу. Даже если ей плохо, вам надо будет уйти до утра. Посмотрим. Да.